Да-да. Хорошо, Феликс Эдмундович. Понятно. Еду. Топливные склады опустели. До свидания. Прощайте. И запомните, это еще была не музыка. Так играть нельзя. А сколько мы репетировали? Что вы хотите? Я хочу, чтобы вы умерли в музыке и воскресли. Пожалуйста, если нужно, мы все умрем. Но только после этого мы уже не воскреснем. Какой вам от этого толк? По-моему, он надо мной издевается. Ну что вы, Петр Григорьевич? Петр Григорьевич, мне в голову одна мысль пришла. Ничего, уйдет. Вы мне скажите вот что, Сухлинский, почему вы не перешли на вторую вольту? Там же... Простите, господа, где я могу видеть Петра Григорьевича Локтионова? Я Локтионов. С кем имею честь? Я камердинер Эраста Викторовича Буторина. Я вас слушаю. Вам письмо. Эраст Викторович просили прибыть незамедлительно. Подержи. А кто такой Буторин? Буторин? Милостивый государь Петр Григорьевич. Считанные дни, а может быть, часы, которыми я располагаю, повелевают мне принять решение и по здравому смыслу распорядиться всем тем, чем я владею. Искренний и давнишний почитатель вашего таланта Буторин. Я к вашим услугам. Благодарствую. Пойдемте сюда, пожалуйста. Да-да, конечно, так ближе. Ничего не понимаю. Может, меня растолкует кто-нибудь, что произошло? Ваше сиятельство, господин Локтионов, прибыли, ждут. Проводи в залу. В залу? Зажги все канделябры, оставь одного. Слушаю. Прошу. Thank you.
зачем? Зачем остановил? We are trade representatives. We don't know Russian. What's the matter? No problem. We'll speak English. О, приятно встретить ночью человека, владеющего английским. Ваши документы, пожалуйста. Show them your documents, young. Yes, sir. Документы у них в порядке, Василий Игнатьевич. Я должен осмотреть машину. Все в порядке. Можете следовать. Но я бы не рекомендовал вам такие ночные прогулки по городу. Эх, ма, коммерсанты, концессионеры. Повыкидывать бы их всех к чертовой матери. Не все сразу, подождем. Воды. Что, господин Локтенов смотрит. Помоги. Сам. Простите великодушно, я заставил вас ждать. Я хотел, чтобы вы огляделись. Я очень признателен, благодарю вас. Я давно мечтал увидеть вашу коллекцию, много слышал о ней. Но поверьте, то, что я увидел, меня просто потрясло. Я собирал их всю свою жизнь, повсюду. Это Ава Мария. Ее создал Гварнери в 1740 году. Великий Гварнери, он колдовал и плакал над ней, и он вложил в нее часть своей бессмертной души. А вот на этой скрипке играл Паганини. Это знаменитая Эль-Жезу, Иисус. Ее создал тоже Гварнери. Вот это Амати. 1620 год. Она принадлежала династии французских королей. Потом очутилась в Нидерландах. Страховые компании объявили ее утраченной. Назвали страховую стоимость в десятки тысяч долларов. А она здесь. Она со мной. Она у меня. Что там доллары? Вы художник, музыкант, вы прекрасно понимаете, что никакими сокровищами мира нельзя измерить это. Правда, они сейчас в саркофагах, они мертвы. Но ведь в них бессмертная душа человечества. Это Страдивари, 1707 год. А это виолончель Маджини, последний его... Раст Викторович. Чуть-чуть. Ничего.
Вы хотите знать, зачем я вас пригласил? Помогите мне подняться. Помогите мне. Я умираю. Я умираю, но я не хочу, чтобы все это сгинуло. Я вручаю вам мою коллекцию. Я дарю вам свой замысел. Я всю жизнь мечтал создать оркестр раритетных инструментов, единственный в мире. И вот вы в другое время, в другом месте, с вашей помощью, они оживут. Это будет мне памятью. Это будет мне наградой. Эраст Викторович, я... Вы хотите сделать меня счастливейшим из смертных. И вот. Здесь 20 тысяч в долларах. Этого достаточно для того, чтобы покинуть нашу несчастную, богом проклятую Россию. Нет, нет. Эраст Викторович, что вы? Увольте. Возьмите. Я, правда, толком еще не знаю, куда идет Россия. Но я не поеду. Тем более вашу коллекцию. Нет, 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 не мою. Вы поймите, все это теперь принадлежит вам. Вам. Нет, это не может принадлежать одному человеку. Мне ли, вам ли. Эта коллекция принадлежит России. Какой России? Где Россия? Слепец. Видит Бог, вы были моей единственной надеждой. Я уповал на ваш разум, на ваш талант, но вы... Вы слепец, уходите. Позвольте. Эраст Викторович, вы меня пригласили? Уходите. Честь имею. Эраст Викторович, там приехали эти. Что давеча были? Из торгпредства. Господин Томпсон. Прости меня, Господи. Петр Григорьевич, на минуточку. Стоп, 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 стоп. Курынин, Борис, что вы играете в четвертой цифре? Сыграйте один. Я играю то, что написано. Вы что, не здоровы? Да нет, здоров. Попробуйте сыграть на этой доске. Не нравится, могу уйти. Ну вот, пожалуйста, не нравится, уйдет.
Странно это слышать от человека, воевавшего. А вы знаете что-нибудь о том, что говорит Станиславский о дисциплине в театре? Извините, нет. Ничего, ничего, ничего. Мы еще вернемся к этому разговору. Петр Григорьевич, а теперь давайте, что такое? Петр Григорьевич. Вы нам мешаете. Мы работаем, а вы мешаете. Ради бога, только не волнуйтесь и не переживайте. Тут за вами... За вами пришли из ЧК. Слышали? Машина там внизу стоит. Входа в театр. Карелина. Тоже так вот брали? За что же это вас, Петр Григорьевич? Жаль. Очень жаль. Репетируйте без меня. Петр Григорьевич, а как же? В связи с вашим отъездом коллекция поручена Харламову. Он докладывает, Бутурина опять посетили иностранцы. Джек Томпсон. Он самый. Уехали ни с чем. Хорошо, значит, ты ему не отдал. А что с вагоном для комиссии? Оружие выделили. И даже пулемет. И продовольствие добыли. А вот самого вагона нету, Василий Игнатьевич. Да. Вот что, свяжись-ка с приемной совнаркома. Объясни. Есть. Приехали, Василий Игнатьевич. Угу. Запросите еще раз, Петроград. Дайте шифровку на юг. Разрешите ввести? Просите. Чем обязан честью? Здравствуйте. У нас могут быть разные взгляды, различные убеждения, но это... Раздевайтесь, никак... пожалуйста. Что? Раздевайтесь. Извините за срочный вызов, но дело не терпит отлагательств. Проходите, пожалуйста. Садитесь. Мы пригласили вас сюда, Петр Григорьевич, не для того, чтобы выяснять ваши политические убеждения. Мы знаем вас как талантливого музыканта и честного человека. Совет народных комиссаров под председательством Владимира Ильича Ленина рассмотрел вопрос об утечке из нашей страны раритетных музыкальных инструментов. Но вам не надо объяснять, насколько это серьезно и прискорбно. Принято решение создать специальную комиссию с широким кругом полномочий. Я назначен ее комиссаром. Простите, я не представился. Василий Игнатьевич Возницын. Так вы что же, музыкант? Нет, к сожалению. Тогда я не понимаю, чем я могу быть полезен вам? Ну, во-первых, хотя бы тем, что... Василий Игнатьевич, вас к телефону. Извините. Возницын слушает. Да-да. Дали вагон. Ну, хорошо, спасибо. Спасибо, спасибо. Есть. Свяжись с Харламовым, скажи, что нужен пулеметчик в среде на всю поездку. Есть. Так все-таки зачем же вам я? Анатолий Васильевич Луначарский рекомендовал вас в состав этой комиссии ВЧК. Меня? Но разве... Но ведь главное предложение у меня совсем иного характера. Мы бы хотели, чтобы вы и несколько ваших коллег выступили с концертами в ряде южных городов. Ну что же, а здесь я уже больше не нужен? Нужны, конечно, нужны. Но там, Петр Григорьевич, где совсем недавно затихли бои, где только начинает строиться мирная жизнь, вы нужнее. Ну, это вы так считаете. У меня есть мое начальство, и оно вправе решать, где я нужнее. Я думаю, что мы договоримся с вашим начальством. Я еду на юг. Наша комиссия будет работать там. Мы бы могли поехать вместе.
Видите, Василий Игнатьевич, я ведь не исповедую вашей религии. И, честно говоря, не совсем понимаю своей роли в этой комиссии. Мы просим вас... Я артист, меня знают в музыкальном мире. Да, но не только как музыканта. Вы отлично разбираетесь в музыкальных инструментах. Можете помочь работе комиссии своим авторитетом, силой своего убеждения. Ваша музыка, ваше слово... Я не красный агитатор. Но ведь вы не откажетесь помочь нам вернуть на сцену музыкантов, которые пока еще не решаются сами это сделать. И кроме того, я убежден, Петр Григорьевич, вам не безразлична судьба уникальных инструментов. Да. Посоветуйте, кого бы мы могли взять с собой? Есть у вас хорошие музыканты? В нашем оркестре нет плохих. Да-да, конечно. К примеру, Калинов Василий Иванович, первый пульт. Очень хорошо. Но, к сожалению, не поедет он в летах. Разве что Сухлинский, молод, талантлив, от сына известного скрипичного мастера Сухлинского. Березовский, виртуоз, характер, надо сказать, скверный, нельзя брать. А вот Володя Даныш, виолончель, и, несмотря на возраст, отличный музыкант и очень хороший человек. Есть еще Курынин. Он провинциал, но такой фронтовик и, по убеждениям, большевик. Спасибо. Пожалуйста. Будем считать, мы договорились. Что ты, папа, вздыхаешь? Столько раз я уезжал на гастроли, и что? Уезжал и приезжал обратно. Так тоже были гастроли. А это что? Потом, когда за дело берется ВЧК, это все-таки дело непростое, клянусь Богом. Ну, папа. Черт знает что! Ты не нервничай, Петя. Ну что ты, Лизок, просто во всем должен быть порядок. Порядок. Курынин, ну что это такое? Издевательство? Ну сколько здесь можно торчать? Едут. Дождались? До свидания, Исаак Соломонович. Вручаю вам своего музыканта. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Ты не волнуйся, Лизок. Это они нас будут защищать с пулеметом. А вы не сомневайтесь, товарищ, на нары сенца подбросим. Для комфорта. Слушаюсь. Извините. Пожалуйста.
Роток, помоги мне. Айда со мной. Располагайтесь, сейчас вагон перегонят на Курский вокзал. А почему на Курской? Поторопитесь, пожалуйста. Это что, приказ? Нет, совет. Но, возможно, будут и приказы. В дороге все может быть. Поэтому вопрос дисциплины, вы меня понимаете? Угу. Прошу всех это учесть и постоянно иметь в виду. Понятно. Ну, что я тебе говорил? Если речь пошла о дисциплине... А зовут меня Прошка. Как? Прохор. А музыку я по граммофону слышал. У папа нашего граммофон был. Интересная штука. Видал когда-нибудь? Видал. Я хочу с вами поговорить, можно? Да-да, я слушаю вас. Понимаете, мы ждем ребенка. А у меня никого нет, совсем никого. Мама в прошлом году умерла. А Володя... Володя у меня один. И он очень славный, поверьте. Он и музыкант, и человек хороший, только застенчивый. Я вам верю, верю. Отпустите его, пожалуйста. Я вас очень прошу, прикажите ему остаться. Он ведь сам не попросит. Ну, хорошо. Володя! Володя, он согласен! С чем согласны? Отпустить, если вы... Не молчи! Да. Ну... Что же ты молчишь? Ну, все очень странно. Мне даже неловко, право слово. Ну, как же я могу? И она просто переживает, Василий Игнатьевич. Ей трудно понять. Ну, пойдем, Маша, пойдем. Вещи погружены. Что прикажете дальше? Сейчас раздадим людям оружие и в дорогу. Ясно. Прикажете построить команду? Ну зачем же так официально построить? Они люди не военные. Слыхали? Их еще заставят стрелять. Дорога сейчас небезопасная. Так что я должен вручить вам оружие и документы. Что я вам говорил? Курынин Борис Иванович. Я. Прошу. Спасибо. Оправдаю. Даныш Владимир. Это я. Угу. Прошу. Сухлинский. Баба! Я здесь. Уже иду. А он не выстрелит? Сам нет. Локтионов. Петр Григорьевич, вы назначаетесь старшим музыкантской команды. А это обязательно? Ты заверни его в тряпку. И положи подальше. С ума можно сойти. Вы ставите меня в ложное положение. Но... Не перебивайте, сэр Томпсон. То, что вы затеяли, это очень мало похоже на торговлю шерстью и льном. Но, господин консул... Обстоятельства не в вашу пользу. Существует опубликованный в большевистской газете «Известия» циркуляр под номером 79. Вы можете его не знать, сэр Томпсон, но я обязан знать. Обязан! Но вы должны знать и ценность этой коллекции. Это же подлинная Амати, Страдивари, Гварнери. Мы просим
вашего участия только в одном, господин консул, в одном. Отдайте распоряжение консульству в Петрограде, чтобы нас отправили первым же судном. Нам известно, оттуда уходят корабли с грузами наших ликвидированных концессий. Мы узнавали. Да-да, господин консул. И я думаю, что нам удастся. Вы плохо думаете, сэр Томпсон. В Петрограде сейчас стабильно налаженная власть, а это, я убежден, провал вашего предприятия. Так что же нам делать? Документы, которые вы просили, я вам выдам. Но предупреждаю, они будут охранять вас и ваш багаж только на территории России. На границе вам придется действовать на собственный страх и риск. А границы на Западе не сегодня-завтра ожидается вооруженное выступление Пилсудского. В Крыму Врангель. Хотите, я пришлю вам часового мастера? Теперь это уже не имеет никакого значения. Машенька, напиши мне обязательно! Куда? В случае чего телеграфируй! Куда? Куда же я напишу? Баба, в тряпку заверни и... Руки, руки береги! Да-д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 а
зай, селезень плывет. Ох ты, ходишь ты, что ты говоришь ты? Сизай, селезень плывет. Достались кудрики, достались русые старой бабушке часать. Ох ты, подишь ты, что ты говоришь ты, старой бабушке часать. Ай да 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 да, ай да 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 да. Послушайте, меня не страшит, что я рассыплюсь от этой тряски, но наши инструменты... Так то не к Василию Игнатьевичу, вы ко мне, я сделаю. Осторожнее, это не дрова. Вы, пожалуйста, извините, я, кажется, немножко вспылил. Ничего, Петр Григорьевич, все в порядке. У нас с вами разные представления о порядке. Я вас понимаю. Конечно, это не международный вагон. Условия скромные. Что? Условия скромные. Мягко выражаюсь. Все образуется, Петр Григорьевич. Само? Да нет, конечно. Придется поработать. Я не о вагоне. И я не о вагоне. Ну и когда же вы думаете начать эту работу? А мы уже начали. И даже при вашем участии. Да? Угу.
как зовут этого вашего солдата? Прохор. Прохор, дайте мне, пожалуйста, что-нибудь попить. Станция. Скажи, любезный, почта у вас есть? Есть, есть. Сейчас я вас чайком побалую. Пяток, генеральское питье в дороге. Послушай, браток, надолго остановка. Кто тут Возницын? О, Василий Игнатьевич, пойдем покажу. Я при Василии Игнатьевиче пулеметчик. Товарищ Возницын? Я Возницын. Здравствуйте. Мандат. Пожалуйста. Вам телеграмма. Давайте. Так я за кипяточком. На станции Серпухов вас обогнал санитарный эшелон. Держите под контролем его продвижение. Срочно свяжитесь с Москвой. Харламов. Ну так, телефон у вас есть? Конечно. Пойдемте. Володя, давайте письмо я опущу. Василий Игнатьевич, мы не можем репетировать на ходу. Позаботьтесь, пожалуйста, чтобы нас отцепили, поселили в приличную гостиницу. Близится концерт, а мы совершенно не сыграны. Надо бы, но тут случилось такое. Нельзя сейчас останавливаться. Что случилось? Что, говорите? Известный вам Буторин передал свою коллекцию иностранным коммерсантам. Боже правый, это ведь я виноват. Мне и в голову не могло прийти. Как же он мог? Как же он посмел? Это же бесчестно, это преступление! Не нужно так строго судить господина Буторина. Он долго не соглашался, но, видно, его все-таки уговорили. Буторин передал коллекцию безвозмездно. Это говорит о его бескорыстии и глубоком заблуждении. Да, он думал, что большевики будут растапливать печи скрипками Страдивари и Амати. Этой коллекции цены нет, поверьте мне. Они ее, конечно, увезли из России. Пока нет, но пытаются. Поезд с этими, с позволения сказать, коммерсантами, в трех перегонах впереди нас. Так что же мы стоим? Поехали! И немедленно! Василий Игнатьевич, я считаю, нам просто повезло, что коллекция Буторина впереди нас. Догоним, опознаем, реквизируем и дело с концом. Верно я говорю? Нет, неверно. Нужно узнать их связи, каналы, по которым уплывают ценности, понимаешь? В дороге мы их брать не будем. Ну, а будут границу переходить, тут мы их и возьмем с поличными, по закону. Как вы спокойно об этом говорите, Василий Игнатьевич? Возмутительно спокойно. Надо принимать решительные меры. В конце концов, вы для чего-то нам выдали оружие. Ваше оружие, Петр Григорьевич, это музыка. А решительные меры предоставьте принимать ЧК. Ценнейшая коллекция находится в руках, понимаете ли, каких-то авантюристов. А мы с вами... Будьте здоровы. Спасибо. Москва.
Москва. ВЧК Харламова. Санитарный пропускает не очень. Ближайшая остановка Орел. Прошу распоряжения Орловской ГУПЧК о непосредственном наблюдении и сопровождении коллекции. Возница. Не спится, Петр Григорьевич. Простудился. Дорога есть дорога. Не дома. Да дело не в дороге, а на своем веку полсвета объездил. Ну, разумеется, не в таких вагонах. Как бы мне не разболеться, а? Прохор. Тут я. Говорю, как бы мне не разгораться. А мы сейчас лечение произведем. Что это? Вы не пужайтесь. Настой. По рецепту моего деда. 92 года жил. Значит так. Первач. Самогонка. Теперь березовые почки. Постоит, а потом туда красный перец. Маленькие такие стрючочки. Ну, самые ядовитые. И еще. Нет, у меня кружка поблагороднее есть. А еще тут мед. А, мед. Пожалуйста. Зря вы капризничаете, Петр Григорьевич. Подумайте, тут только все от природы. Вот и хорошо. Вы знаете, Прохор, это просто какой-то динамит. Граждане, гражданочки, горожанки, крестьяночки. Ты кто такой? Я? Я, так сказать, лицедей, пролетарий. Скоморох, что ли? По ловле блох. Ох, как же ты лицедействуешь? А я не один. У меня тут артисты припрятаны. Созывайте-ка народ, собирайте публику. Мы покажем представление, вы готовьте рублики, а за медные гроши посмеетесь от души, не найдете рублики, будем петь. За бублики, что ли? За бублики, красавица, за бублики. Эй, кто там? Выходите, не сидите. Мы без промедления покажем представление. Да не трогай ты их. Не русские они вовсе. Ну и обойдемся без них. Следят. Ты понял, Янг? Мои куклы не игрушки, как артисты на виду. Пропою я вам частушки про гражданскую войну. Потеряв штаны и шляпу и теряя свиту, в Севастополь дернул Врангель его картобита. В Севастополь дернул Врангель его картобита. Сообщение по линии. Вручить комиссару Возницыну. За коллекцией непосредственно наблюдает сотрудник Орловской ГУПЧК Анна Сушко. Связь по линии через уполномоченных ЧК. Харламов.
Что им вроде? Почему вагон в тупике? Почему отцепили, кто дал право? А я вас не бужу, пусть, думаю, поспит. Когда прошел санитар? В 11 ночи, Волков, чай. Есть. Немедленно прицепите нас к какому-нибудь составу. Да дайте слово сказать. Тут вот какое дело. Тут в 10 верстах банда. Третий эшелон за неделю грабят. Воинские пропускают, а такой, как ваш сборный, нещадно бьют. Вот и подумал я, подойдет воинский, но как лучше хотел. Как лучше хотел. Простите, это я виноват. Продолжим. Отправлю, а потом, ежели что случится, кто виноват? Комендант? Может, подождете воинского? А? Нет, нет, не могу, не могу. Эх, спешат все, как вроде закладом каким. Да, вот именно, закладом. Ладно, скоро будет сборный, прицепим, поедете. Ну, добро, договорились. Простите, я виноват. Мне даже неловко, право слово, Борис. Ну что же вы играете, как по воинскому уставу? Что? По уставу? При чем здесь устав? Вы хотя бы знаете, что это такое? Примерно. Примерно? Не надо, Борис. Почему же не надо? Надо. Вы загорали под театральными софитами, когда меня убивали под Ревелем. Когда я гнил в окопной грязи. Вот здесь, под ключицей, я ношу с собой кусок железа. А вы меня уставом попрекаете. Борис, успокойтесь, давайте репетируем. Да нет, извините, пожалуйста. Вы были на фронте? Был. Но прежние заслуги, Борис, сами понимаете. Коллеги, будем деликатнее друг с другом. Репетиция окончена. Эх, жаль. Я ведь живую музыку не с граммофона. Первый раз слышу. А вот в имении князя Шиленко, что находится рядом с нашей Лукашовкой, целый оркестр содержался. И сказывали, даже два немца жили. Вот приедем в Лукашовку, а она нас по пути. Ежели ломота в пальцах, йодом их надо смазывать. Наш батюшка всю Лукашовку йодом лечил. Это тот, что с граммофоном? У нас на все руки от скуки. А у нас полдеревни мастеровые. Особо по столярному делу. Вот скоро приедем. Василий Игнатьевич, я вот думаю, что таким людям, как Прохор, нужна новая музыка.
Такая музыка, что поднимала в бой, в штыки. Верно я говорю? Пусть людей поднимает в бой сознание долга. А хорошая музыка поможет им в этом, и старая тоже. Не каждому дано понимать сложную музыку Баха, Бетховена. Да, вы правы, Петр Григорьевич, но музыка – это не математика и астрономия. Она понимается сердцем. Да. А сердце есть у каждого человека. Да-да. Может быть, я ошибаюсь. Да-да. Ну, благодарю вас за угощение. Скажите, Василий Игнатьевич, как вы считаете, если ходят поезда, значит, и почта работает? Я, право слово, не знаю, дойдет ли мое письмо Жене? Дойдет, непременно дойдет. Здесь уже все налажено. Хорошо. Как-то не решаюсь вас спросить. Извините за любопытство. Пожалуйста. Я слышал, вы жили в Кракове? И в Лондоне жил. И в Париже тоже. Вот как? Чем же вы там занимались? Надеюсь, не коммерцией? Я профессиональный революционер, Петр Григорьевич. Помилуйте, что же это за профессия? Но отдаст Бог, умолкнут пушки. Что тогда? Не знаю. Университет закончить не успел. Почему? Арестовали, студенческие волнения. Потом Сибирь. Побег, опять каторга. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы же из интеллигентной семьи. Как же дальше-то будете жить, милостивый государь? Наверное, мне уже поздно менять профессию. А революция, дорогой Петр Григорьевич, это процесс, который может длиться десятки лет. Вы говорите, десятки лет? Ну, с кем же вы будете воевать, с такими, как я? Нет, не с кем, а с чем? С косностью, невежеством, хамством. Воевать за новый мир и место человека в нем. А это... сложнее любой войны и дольше. Единственное, в чем вам можно позавидовать, так это в том, что вам все ясно. Но знаете, Василий Игнатьевич, отсутствие сомнений тоже вещь опасная. Ну, это смотря в чем, Петр Григорьевич. Нет, нет, не говорите. У вас все ясно, определенно. Когда все зашаталось и рухнуло, мне просто не хотелось жить. Да-да, скажу вам совершенно откровенно, не хотелось. И в это время меня вызвал Луначарский. Долго мы с ним говорили. Надо сказать, умнейший человек. Но он меня не убедил. Потом Анатолий Васильевич сказал: мы просим вас, мы просим вас вступить в труппу Большого театра. Я был удивлен, ошарашен, но не скрою, обрадован. Я не верил, что еще кому-нибудь понадобится музыка. В ваших словах, Василий Игнатьевич, есть своя логика. Но, простите, вам не удастся из меня сделать большевика. А это и не входит в наши планы, Петр Григорьевич. Банда! Прохор, пулемет! Спрячься!
Ленский! Я здесь! Уже иду! От окна! Куда снесёшь? Убьют ведь! Зинка! Зинка, дверь закрой! Почему остановился поезд? Я сейчас, я узнаю, я мигом! Ах ты, негодяй, Браус! Почему стоим? Что случилось? Там шпалы на рельсах. Куда? Прикончат. Господи, да за что же ты, Господи? Да, Господи, помилуй. Ну, вставай, давай. Я-то могу, но на лопате некому. Сходу давай, что есть силы! Сходу!
товарищи! Знаю. Когда прошел санитарный? Какие вести от Сушку? Этим занимается Реус. Сейчас придет Делор. Вы-то как? Троих похоронили. 16 раненых. И нужен новый паровоз. Немедленно. Ну, постараемся ваши отремонтировать как можно быстрее. Силыч! Давай немедленно оцепляй паровоз и за ремонт. И позови врача для раненых. А пока, согласно вашей депеше, собраны работники линейных отделов ЧК. Будете с ними беседовать? Буду. Они ждут вас. Уникальные раритеты представляют исключительную ценность для народа. Разумеется, мы не можем обеспечить вас спецами. Вам нужно их найти у себя в губернии. Найти и привлечь к работе. Разрешите вопрос, товарищ комиссар? Пожалуйста. Вот вы тут, когда начали про эти... Раритеты. Ну да, раритеты. Так я, то есть мы все, засомневались даже. Не меньшевик ли вы? Да брось ты, Колкин! Не юродствуй, Колкин. А чё ж там юродствовать? Нас призывают закидывать сети на скрипочки. Ха! А то, что мрут у меня на станции старики и бабы, комиссар это знает? А то, что третьего дня у меня телеграф взорвала какая-то сука, комиссару это известно? И вагонов нет, наводнение какое-то, весь лед поднялся на колеса. А продовольствие? Где его взять? Воинские эшелоны обеспечить не можем. Точно. Да что там говорить? Тоже мне. Нашли время за скрипками охотиться. Спала на топку тащит, просто беда. Спекулянты взятки суют, дай им только поблажку. И на гробы досок не сыскать. В чем мать родила, хороним. Да, белая сволочь на юг к Врангелю рвется. Что ж, замолчали. Можно и про банды вспомнить. И про тиф. И про то, что не хватает путейцев, засуха, голод. Можно плюнуть на все, что своей кровью добыто. Плюнуть и в кусты. На это много ума не надо. А вот чтоб увидеть день завтрашний, увидеть и понять его всей душой, здесь нужен ум и сердце. И зоркость.
Время сгладит горечь потерь, и тогда, как теперь хлеб и снаряды, нужна будет людям музыка. Правильно говорить. Музыка. Поэтому приказываю принять все надлежащие меры к розыску раритетных инструментов в рамках законности. Это распоряжение товарища Дзержинского. В случае необходимости держать связь со мной. Через несколько дней я буду в Одессе. Все. Собрание окончено. Сам Дзержинский. Выходит, дело серьезное. Слыхал? Пилсудский в Киеве. Пойду займусь паровозом. Пистолет, выходит скрепочка. Думал. А я слышал. Реус, я. Тут вот что получилось. Санитарный проследовал в 1:40 ночи. Ну, мы действовали по инструкции. А только вот в 7-м вагоне ни вашего Сушко, ни иностранцев не обнаружили. Пойду займусь паровозом. Реус, я. Тут вот что получилось. Санитарный проследовал 1:40 ночи. Мы действовали по инструкции, то только в 7-м вагоне. Ни вашего Сушко, ни иностранцев не обнаружили. Вы в этом уверены? Сам подходил к вагону. Что ж вы людей не спросили, куда они делись? Я же по инструкции. Секретно. Как можно быстрее, понимаешь? Кровь из носа. Головой отвечаешь за это дело. Через 2 часа будет в порядке. Так, мы не едем. У тебя связь есть? Телефон работает? Да, телефон в дежурке. Василий, остаемся здесь. Истратов, будешь говорить с комиссаром Возницыным? Истратов! Да-да, спасибо. Вот именно случилось. Ты уверен, что коммерсанты не сошли на твоей станции? Убежден. Провожал лично поезд. А вот в Лукашовку они не явились. Да подожди ты! На каких полустанках еще мог останавливаться санитарный? Не мог. На ходу, говоришь? Нет, это исключено. У них такой груз, что на ходу не спрыгнешь. Ну, ладно. Когда проследовал санитарный? 3:40. За 1:00 до рассвета. Так. Стоял больше часа. Так, значит, они могли сойти здесь. Я так думаю. Вам необходимо связаться с отрядом Ванина. 40 сабель, он тут в лесах банды ликвидирует. Соедините меня с Губчика. Thank you.
чего спужалась? Чего? Ну-ка, вылазь, дурёшка. Давай, давай. Иди сюда. Иди, не трону. Нет, нет, я лучше утоплюсь. Ну, не вздумай. Зачем жизнь решать? Вот придумала. Ну, вылазь. Вылазь. Не подходи! Не подходи! Ух ты, красуля, ну пасенькая! Не подходи! Ну, я ж тебе по-хорошему, по-свойски. Из города. Тропиона харчишки меняешь. Я сразу смекнул. Зовут-то как? Анна. Анюта. Это хорошо, Анюта. А я Митяй. Ты вот что, ты меня не бойся. Я тебе харчишек отвалю. Унеси только. Смекаешь? Есть хочешь? Хочу. Ну, считай, повезло тебе, девка. Вот я тебя спрячу пока, а там я тут как бы на посту. Смекаешь? Ага. Вот сменюсь, а потом накормлю сласть. Смекаешь? Ага. Отойди. Отвернись, я оденусь. Только смотри мне. Значит, господа говорят, что они бегут из Москвы от советов. И вы утверждаете, что вы музыканты? Нам нет смысла врать, господин Мухортов. А мне они другое говорили, Григорий Вениаминович, когда их с чемоданами накрыл. Так то и Саул тебе. Зовите меня просто. Григорием Вениаминовичем. Благодарю вас. Ну, дурешь. Тише. Ну чего ты? А кто? Кто закрылся? А кто там? Митяй, кажи. О, баба! Советом, Григорий Вениаминович, духовой оркестр подавай. Гром меди, дробь барабанов, а у нас скрипки. Вы красиво говорите. А что же ваш брат? Онемел? Вы говорили, ему в ЧК рот повредили. Вот бедолага. Ах, Григорий Вениаминович, не дай бог еще раз к ним попасть. Откройте рот. Ну? А во рту все целехонько. Вот какой казус, а? А ну-ка, страдалец, возьми скрипку. Смелей. И смычок. Ну, а теперь сыграйте нам что-нибудь из Моцарта или Баха. Или что-нибудь из Бетховена. Или хотя бы Чижика-Пыжика. Помогите! Нет! 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 Извините. Прочь с дороги, скоты! Опять из-за бабы стреляться?
Я же приказывал сидеть тихо. Где постовые? Разойдись! Марш за мной. Сам бы перестрелял всех. Сидеть. Спасибо, что выручили. Иди. Спешишь благодарить? Шлюха. Вот что, господа. Поигрались в Паганини и хватит. Господи. Ну что ты смотришь? Что я тебе, икона, что ли? Тебя-то за что? Не знаю, шла и... Может, тебя перевязать, а? На кой ляд? Утром обещали кончить. И кончат. Одно мне только жалко, что будут эти гады по земле ходить. Ну, довольно комедии? Давайте говорить откровенно. Кого же это вы собирались провести за нос, господа союзнички? Это вы щека могли играть в дурачков, хотя тоже не советовал бы. Что же вы, господа, доверчивость русского офицера за тупость принимаете? Неужели я не понял, что за скрипочки у вас в сундуке? И кроме того, в тайнике вашей корзины мой Исаул нашел вот это. С такими паспортами можно на все четыре стороны, а вы в лес. Чего бы это, господа? Следили за нами. Вот мы и решили уйти подальше от железной дороги. Переждать, а потом... А потом к морю. Адресок-то ведь одесский. Видите ли, какое дело. За мной, судя по всему, идут по следу. В таких обстоятельствах у меня один выход. Прикончить вас. Но могу, господа скрипачи, придумать и другой выход. Григорий Вениаминович, возьмите. Это спрячьте. Спрячьте. Сейчас ставка выше. Мне кажется, я понял вас, господин офицер. Посмотрите, пожалуйста, в наших паспортах есть чистый бланк с печатью. Мы можем вас оформить сотрудником нашего представительства. Господи! Отдаюсь во власть твою. Бежать сможешь?
сами-то? Я сам. Ой, что ты? Тетя. Ты чего? Дальше сам. А ты? А я... Не в другую сторону. Спасибо. Иди, иди. Спасибо тебе. Иди. Спасибо. Григорий Вениаминович? Куда же это вы? Да ничего, Митя. На ночь глядя. Ничего. Уважаемые красные бойцы, сейчас квартет Большого театра из Москвы исполнит произведение выдающегося композитора 18 века Федерико Клементини.
Нужно проверить. Тогда и мы с вами. Потом, потом. Что значит потом? Дайте мне хоть какую-нибудь лошадь. Куда? Черт знает что. Где Мухортов? Нету. Убег. Как слепых котят бросил их. С кем убег? А кто его знает? Да двое их здесь были. Иностранцы? А почем знать? Да вроде как по-нашему калякали. Говоришь, два чемодана и сундук? Так точно, сундук. Огромный сундук. Не стреляйте. Я про всех знаю. И кто наводил со станции на эшелоны, знаю. Я все знаю, не стреляйте! Товарищ Возницын, поди-ка сюда. Ох, гад. Вот она, что Бодрова вызволила, жива осталась. Возницын, я не ошиблась. Возницын, вы не ошиблись.
Коммерсанты ушли ночью. Я их упустила. С ними ушел Мухортов. Я сама видела. Сама, но я... Позвольте, позвольте, вы... Я из Орла. Сушко. Анна Сушко. Я ничего не могла сделать. Ничего. Они как звери, даже хуже зверей. Успокойтесь, успокойтесь. Конечно, жаль, что упустили. Полуночи. Они называли какой-то одесский адрес. Так. Все-таки Одесса. Нет, в 11-м году гастролировал. Между прочим, жил в лондонской. Там сейчас ни одного целого стекла. Поселитесь здесь, в театре. В театре? Да, все комнаты пусты. Выбирайте любую. А мне пора, сегодня еще два поезда. Вы со мной. Так, возьмите мой чемодан. Я вернусь вечером. Располагайтесь, но, пожалуйста, без самодеятельности. Что вы имеете в виду? Ну, хотя бы ваш самовольный приезд в банду Мухортова. А что же вы хотите, Василий Геннадьевич, чтобы мы сидели сложа руки? Вы сами зачем там дали мандаты, раз уж вместе разыскиваем скрипки? Петр Григорьевич, вот товарищ Карпенко соберет для вас музыкантов, вы с ними побеседуете и готовьтесь к концертам. Я вас очень прошу, держите, пожалуйста, меня в курсе событий. Непременно. Я думаю, что больше нет смысла обыскивать эшелоны. Дурное дело. Три дня мы встречаем поезда без вас. И вот пятые сутки уже вместе. Если надо, месяц будем встречать. Товарищи, вы что же думаете, у меня дел больше никаких нет? Люди падают с ног. Советская власть всего три месяца здесь. По городу и волости 40 тысяч белых недобитков. Налетчики! Ну и что? А то, что нас водят за нос, мы работаем по ложным данным. По ложным? Да я собственными ушами это слышала. Слышала. Мало ли что кому может послышаться. А мы тут... Помолчи. Ну вот что. Подготовьте нужные документы, отправьте Сушко назад в Орел. А искать надо не только в Одессе. Повторите шифровку по линии. Одесса, Губчака, Возницын. Коммерсанты с товаром могут уйти к соседям. Рекомендуем усилить наблюдение за берегом. Обеспокоены длительным молчанием. Харламов. Господа. Нет, теперь господ. Все вышли. Я могу вас назвать и товарищами, поскольку мы действительно являемся товарищами по искусству. У нас в столице, в Большом театре, который мы здесь представляем, уже звучит музыка Бизе, Бородина, Мусоргского, Чайковского. А чем платят вам? Ассигнациями
или прокламациями. Сырым овсом, как в Москве. А при чем тут чем платить? Я имею в виду служение искусству. И у нас в Москве, и у вас на юге. А под каким флагом вы считаете, нам нужно служить? Здесь у нас было очень много флагов. Например, английских, французских. Флаги белых офицеров, красные флаги большевиков. У нас уже просто какая-то цветная галлюцинация. И все они призывали служить искусству. Скажете, нет? Мне кажется, что вы хотите вернуть нас в лоно большого искусства. Вот оно, лоно. Но что касается искусства, то его уже в Одессе скушали с вялеными бычками и раками в ресторанах и пивных. Простите, но так можно думать, только сидя дома. Если бы вы проехали по стране, вы бы поняли, что искусство продолжает быть нужным людям. Право слово. Нужным? Я 20 лет играю на флейте. Вот пусть они скажут. Умею я играть? И понимаю я публику или нет? Так вот, наши моряки и прочий одесский люд мочится в углах ресторанов, и харкает портрет из самого Иисуса Христа. А вы им безе сенсанса. Встать! Белая шкура. Встать! Вон. Из театра. Вон! Кто еще так думает? Продолжайте, Петр Григорьевич. Я призываю вас возродить славу Одесской оперы. Нам трудно было в Большом театре, да и сейчас нелегко, поверьте мне. У нас не хватает дров, стынут пальцы, мало хороших инструментов. Но мы музыканты, мы должны играть. Это наш долг, долг художественной интеллигенции, если мы таковою себя считаем. Входите. В чем дело? Я к вам, Василий Игнатьевич. Анна? Но вы же неделю назад должны были уехать в Орел. Василий Игнатьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы получили приказ. Сначала я получила приказ в Орле. И я его выполню. Я их упустила, я их и найду. Закройте дверь. Входите, входите.
Ничего вы здесь не найдете. Губчака стало известно, что они высадились в Березовке. Все, что известно Губчака, маловато. Садитесь. Садитесь. А вы знаете больше? Василий Игнатьевич, можно? Да-да, конечно. Ешьте, ешьте. Пожалуйста. Ну, хорошо. Я вас помещу в театре. Здесь рядом с музыкантами есть свободные гримерные. Переночуете, получите продовольственные документы завтра и... Мухор-то в городе. Мне помогли его выследить беспризорники. Наверняка где-то здесь и коммерсанты. Ты понимаешь, что ты говоришь? Я сама, понимаете, сама его видела близко. Он же уверен, что его никто не знает здесь в лицо. Его нельзя спугнуть, Анна. А с беспризорниками это ты хорошо придумала. Молодец. Четвертый месяц. Контрабандисты протаптывают туда дорожку, ходят как к себе домой. Румынская граница – это гигантская дыра. Ты представляешь, сколько за это время туда? А где у меня люди? Я что, ее с собой заткну? Порт мертвый. Вся акватория заминирована. Что ты предлагаешь? Один раз единственный катер, и тот носом клюет. Что ты предлагаешь? Предлагаю помочь мне. И для твоего же дела стараюсь. Взять хотя бы твоего Гирина. Месяц пост держал возле его особняка. Не успел снять охрану, доложили. Неизвестные шустрят. Кто такие? Да черт их знает. Слушай, Василий Игнатьевич, помоги наладить пограничный заслон Якову. Там ведь сходятся и твои, и наши интересы. Ты это знаешь. Дай-ка мне адрес Гирина. Держи и адреса, и скрипки со всеми его потрохами. Ну так как? Поможешь насчет границы? Игнатьич. А границей обязательно займемся. Москва, ВЧК Харламову. Все здоровы. След коммерсантов обнаружен. Сообщите подробные сведения о генерале Гирине. Возница. Я не разбудил вас? О, да у вас тут как дома. Театр для артистов, второй дом, присаживайтесь. Благодарствуем. Вы знаете, я бы где-то раздобыл настоящего чаю. Сейчас я вас угощу. Не откажусь. Ну-с, а как наши дела с Буторинской коллекцией? Работаем, Петр Григорьевич. Слава богу, значит, еще цела. Ну, а я вот, видите ли, пью чай, блаженствую. И даже написал большущее письмо своей Елизавете Петровне. Описываю нашу с вами, так сказать, Одиссею. А насчет возвращения... Так вот, насчет возвращения я ничего не могу ей сообщить. Да трудно сказать, Петр Григорьевич, как пойдут дела? Да-да-да, нет, это не к тому, что я тороплюсь или мне надоело. Эта поездка для меня имеет особое значение. Вот, как я жил. Играл на скрипке, потом стал приобщаться к дирижированию, много ездил, имел успех. Аплодисменты, всякие там подношения. Но бывали огорчения разные. Вы знаете, по-разному люди приходят в концертный зал. Один музыку слушать, а другой себя показать. Войдет такой вот
свою ложу, да еще дверью хлопнет. А тут как раз тонкий пассаж в сливки общества, интеллигенции. Нет, интеллигентность – это понятие обширное. Это доброта, честность, порядочность, настрой души. Это способность к состраданию. Это талант, да-да-да-да-да. Вот, к примеру, наш покойный Прохор, царство ему небесное, какой он был? А я вам скажу, как это не парадоксально. Интеллигентный человек, а как он музыку любил. Как он слушал наши репетиции, какие у него были глаза. Ну, разве его можно сравнить вот с этим так называемым музыкантом, с которым мы вместе с вами беседуем? Ну, вы держались молодцом. Ну, у меня все внутри клокотало, он мне всю душу изорвал. Извините, я, кажется, немножко вспылил. Налить еще? Нет, нет, спасибо. Спасибо большое. Я ведь к вам по делу посоветоваться. Что вам говорит фамилия Гирин? Гирин. Гирин. Это генерал, большой любитель музыки, ну как же. У него есть превосходные статьи о скрипичной музыке. А что, где он? Он тут в Одессе? Да, у него есть уникальные скрипки. Я боюсь, как бы их не постигла судьба Буторинских. Да-да-да-да, с Буториным я как-то, понимаете ли, он меня ошарашил, 20 тысяч уезжайте из России. Я как-то не сориентировался. Ну, а сейчас, по-моему, нужно энергично. Нет, нет. Мы ведь не с большой дороги. Неудобно. Да, 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 да. Неловко. А что делать? Подумать. Подумать. Да. Ну, давайте попробуем рассуждать таким образом. Генерал Гирин – большой знаток музыки. Я давно выступаю, объездил всю Россию. Понимаете ход мысли? Не может же в самом деле генерал Гирин не знать, кто такой Петр Локтионов. Подходи, пожалуйста, покупай жареные каштаны. Жареные каштаны, свежие жареные каштаны. Подходи, пожалуйста, бери, пожалуйста, жареные каштаны. Я не знаю. Я ничего не знаю. Я прислуга. Скажите, пожалуйста, генералу, что его хотят видеть. Передайте генералу, мы из московского ЧК. Зачем же передавать? Я к вашим услугам. Даша! Входите же. Вы из Московской следственной организации большевиков? Я не ослышался. А разве местные власти уже бессильно расправиться со стариком, как вы изволите называть, осколком старого мира? Мы о вас другого мнения, Сергей Нестерович. Мы знаем и ценим ваши военные заслуги перед Россией. Знаем, что вы не примкнули ни словом, ни делом к нашим врагам. Спасибо за это. Так чего же вы хотите? Только имейте в виду, каким бы выводом я ни пришел, увы, я слишком стар, чтобы быть вам полезным. Нам стало известно, что вы располагаете редчайшими смычковыми инструментами. Понятно. Значит, вы реквизируете скрипки. А если я не дам? Эти скрипки – наша фамильная реликвия. Люди умирают с голоду, а вседержавные власти
интересуется скрипками. А зачем они вам? Зачем? Да знаете ли вы, что великие итальянские мастера Амати, Страдивари, Гварнери заставляли петь свои скрипки человеческим голосом? Но вам не дано это слышать. Вы же оглохли от митингов, от ваших лозунгов. Вряд ли я смогу переубедить вас, генерал. Вы живете прошедшим, а мы верим в завтрашний день. Нет, господа, музыка умерла надолго. Он меня не узнал. Прошу принять. Это скрипка великого Гварнери, Иосифа Джузеппе дель Джезу. А это скрипка мастера Ивана Батова и скрипка Карла Бергонцы. Простите, старика. Я надеюсь, вручаю в надежные руки, Петр Григорьевич. Надо пригласить понятых и составить необходимые документы. Я знаю Петра Григорьевича Локтионова. И этого мне достаточно. И если он с вами, значит, в жизни действительно что-то изменилось к лучшему. Мы благодарны вам, генерал. Thank you.
вы Аннушка? Я Володя. Возницын здесь? Он на электростанции. А. Там хотели котлы взорвать. А что это? У вас такие одежды? Так надо. Давно он ушел? Обещал скоро быть. Может, мне его здесь подождать? Да-да, подождите. А я, извините, тороплюсь. А кипяток там, внизу, у сторожа. Спасибо! Мальчишество. Этому нет никакого оправдания. Где Даныш, я вас спрашиваю? Вот он. Володя! Простите, я ходил за письмом. Ну и что? Нет. А мне? Тоже. Черт знает что. Давайте репетировать. Прошу. Володя, вы слышите только себя. Борис, сыграйте вдвоем с виолончелью. Не-не-не-не-не, у вас не получается этот пассаж. Отдайте его Абе, пускай на баске сыграет. Это же не альт, стиральная доска. Нет, нет, это должен играть только альт. Давайте сначала. Простите, вам чаю не сделать? Какой чай, Анна? Мы репетируем. Ой, извините. Продолжим. Молодцы! Ой, Василий Игнатьевич, простите. Я взяла здесь его. Я сейчас... Что вы, что вы? Это вам даже к лицу. Я должна доложить вам, что за сегодня... Давайте-ка я вас покормлю. Я вот тут получила. А то, что вы мне доложите, я знаю. Мухортов дважды был в порту. Ведь верно? Разговаривал с рыбаками, ищет связи с контрабандистами. Так? Вы все знаете. Зачем же я вам тогда нужна? Мне действительно нужна ваша помощь. Хоть я и все знаю. Ничего вы не знаете. Вы не знаете, как страшно бывает ночью, когда приходят крысы в подвал, откуда я слежу за Мухортовым. И как Яшка Чимырь вчера раздобыл булку хлеба, а потом плакал, избитый всю ночь. А на рассвете шел за Мухортовым через всю Одессу. И как плакал Яшка, когда его погладила по стриженной голове. Потому что ему тоже хочется человеческого тепла.
просто доброго слова. Просто человеческой руки. Анна, я приказываю вам. С сегодняшнего дня вы будете жить в театре. И пожалуйста, не надо бесконечно приказывать. Я останусь при Мухортове, пока вы его не возьмете. Он переселился из Одессы. Он сейчас живет на берегу моря, в Плюсдорфе. У контрабандиста мы на Тите. А вы меня хотите в театре поселить? У нас все предусмотрено. Правильно, с берега все наряды отвезти. Брать надо только в море. Только в море. В нейтральных водах. Готовьте катер. Есть. Я жду здесь. Ясно. Господа, господа, скоро пойдем за мной. Вы готовы? Минуточку, скажем. Борис Иванович, я очень хочу, чтобы вы навсегда запомнили этот день. Все мы, и Василий Игнатьевич Возницын, приняли решение. Даныш, прошу вас, я очень взволнован. Борис! Дело в том, что ты когда-то назвал свой альт стиральной доской. В чем дело? Так вот мы... Понимаешь, Боря, дело в том, что сегодня ты будешь играть... Вот. Узнал? Альт Гварнери. Ну что же вы, берите. Берите, Курынин. Спасибо. Оправдаю. Вы готовы? Вот и хорошо. Вы знаете, там собралась чуть ли не вся Одесса. Это в такое время с ума сойти. Да. А как вас объявлять? Как угодно. Квартет должен иметь свое имя. Тем более, если это настоящий квартет. Я, например, объявлял итальянцев. Есть такой знаменитый квартет, ну, как его... А, ну ладно, потом, бог с ним. Слушайте, он действительно таки прав? Мы же должны иметь свое имя. Разумеется, если мы настоящий квартет. А кто в этом сомневается? Кто сомневается? И мы назовем наш квартет, я не знаю, именем нашего города, именем великого композитора, именем... Может быть, Гварнери? Правильно. Квартет... Гварнери. Квартет Гварнери. Красиво. Гости из Москвы. Выступает квартет Большого театра под управлением Петра Локтенова. Ну, с Богом. Василий Игнатьевич, да тише!
Приехали, мадамочка. И без денег лучше не возвращайся. Знаем, был здесь. А что случилось? Вы понимаете, они в Люцдорфе. Со скрипками. Я бежала за ними. Так. Они наняли баркас в Румынию. Где Возницын? Бегите в ЧК. Бегите в ЧК немедленно. На улице извозчик? Заплатите хорошо, ему. Хорошо. Володя, Даныш, вам письмо. Получил! Ой, какой успех! Куда же вы? В Люцдорф, быстро! Деньги вперед, хватит! То меня гонит туда, то сюда. Не сомневайтесь, товарищ Бендюжник, все будет оплачено. Курынин! Курынин! Знаем мы вашего брата, деньги вперед! Курынин! Нет, если не хотите платить, не надо. Я согласен. Вы куда? Толкайте, сучьи дети! Толкайте! Это же Аве Мария! Я узнал ее! Не сметь! Thank you.
Охрицкий! Ух ты! Баба! Ух ты!